Три года назад многодетная мама Мария Конашкова переехала в Великий Новгород из северной столицы. Там свое жилье продала, здесь купила и начала делать ремонт. Сперва поставила счетчики на воду, пригласила сантехника и отправила заявки председателю ТСЖ «Диана» Сергею Рошаку на введение приборов в эксплуатацию. С тех пор из четырех счетчиков опломбирован только один. Остальные Сергей Рошак регистрировать отказывается. Я подошла к сантехнику, сказала, что поменяла счетчики, попросила его запломбировать. На что он сказал: вы не имели права менять счетчики. Мне председатель сказал, чтобы я к вам не приходил. И ничего не делал. Потому что вы должны были новые счетчики показать сначала ему, а потом уже менять якобы. Сам Сергей Рошак свой отказ в пломбировке счетчиков сначала объяснял тем, что заявок ему не поступало. Теперь же проблема в накопившихся долгах. Плату за коммунальные услуги, а конкретно за пользование водой, Марии начисляют по нормативу, помноженному на количество проживающих в квартире. А эта сумма в разы превышает ту, что высчитывалась бы из показаний приборов учета. Ну, по воде же вы понимаете, что у меня не такой долг. Что значит по воде и по водоотведению? Начислением занимается ИАЦИЯ. Вы мне по полной стоимости, без счетчиков. Так у вас счетчики не введены. Так а почему? Это я виноват, это что по программе. Ну, то, что вы не берете заявки, вы не пускаете никого, и когда приходит со мной мой отец, и вы также не пускаете за порог? Счетчики есть, заявки на регистрацию отправлены сразу, так что хозяйка квартиры своей вины в накопившихся долгах не видит. С тем, что председатель ТСЖ в течение 2,5 лет не смог опломбировать приборы, Мария отправилась в госжилинспекцию. А там специалистам, оказывается, фамилия председателя уже давно знакома, по жалобам жителей. Сейчас мы пытаемся принять всевозможные меры по привлечению к ответственности ТСЖ «Диана». Но, к сожалению, пока не получают они ни заказные письма, ни телефонные звонки тоже игнорируют. На электронной почте ответа также не следует от ТСЖ. Соответственно, ищем пути другие, чтобы связаться с компанией. Несмотря на то, что Сергей Рошак утверждает, что письма он не получал, сразу после обращения Марии в госжилинспекцию история приобрела новый поворот, но не в пользу собственницы. В половине квартиры отключили свет без письменных предупреждений и соблюдения процедуры. Приходится делать уроки на кухне и еще включать лампу, потому что на кухне темновато, свет там тусклый. В комнате за рабочим моим столом там света нет, потому что его отключили. В туалете и ванной мы сделали свет, провели через удлинитель, через гостиную, потому что все-таки детей-то надо мыть. Еще, ладно, уроки-то мы там сделаем на кухне, а мыть, ну и малыша тоже каждый день купать надо же. А после нашего визита и съемок этого материала и вовсе также без письменного предупреждения председатель ТСЖ «Диана» лишил квартиру Конашковых и доступа к горячей воде. Просто срезал болгаркой краны. Законное соглашение о том, чтобы хозяйка квартиры частями выплачивала долг, подписывать категорически отказался. Вот, получается, нам срезали ручку крана горячей воды, пломбировку поставили, счетчика. Сейчас покажу это вот то, что на кухне. Надо сказать, что перед тем, как включить болгарку, два счетчика на холодную воду председатель ТСЖ все-таки опломбировал. Но в результате семья Марии Конашковой, хоть и уже с тремя зарегистрированными приборами, без горячей воды, без света и с большим долгом за коммунальные услуги. С этими вопросами теперь будет разбираться мировой суд. Заявление туда Мария отнесла сегодня. Анна Кладникова, Галуст Гивандян, новости, Новгородское областное телевидение.